назвали тоже пробрались. Проберитесь. Как будто тут какая-то стелс-миссия есть обалденная. Не, я ненавижу стелс-миссии. Особенно ненавижу стелс-миссии преследования. Это вообще самое тупое говно, какое можно в игру придумать. В Нью-Вегасе была такая миссия. Закрыто на цепочку. Закрыто на цепочку. Ну что, в рукопашечку тут будем вопросы решать или... Или пальба начнется? Опа. Протекторон. Так. Фу. Что-то не вижу я тут лишних вариантов больше. Может, ловер? Да, детка. Сменить матрицу. Охрана порядка. Надеюсь, он учтет, что это я его выпустил. Интересно, если я его строителем сделаю, что он тут построит? У меня уже есть сложенный американский флаг. Два даже. Так что у меня есть чем задницу вытереть, если что. Ну, защищай меня, ёб твою мать. Сука, беспонтовый протекторон. Честно говоря, он ни хрена не хочет делать. Синт. Здесь опять синт. Да, блять, отличные выстрелы. Ёпта, как в упор-то можно промахиваться? Я все понимаю, но это просто надо днищем быть. Да, у меня вот ватс этот не прокачан, но, блять, в упор. Ну, пиздец. Ширева. Отведай, сука, с кулака. Слышите, что-то началось-то. Их тут что-то столько-то. Еще попыточка. А, критическую атаку возможно провести, когда он уже стреляет. А. Ну, сука, падла. Протекторон наблюдатель, короче, какой-то, блядь, я выпустил. Крит. Да, критический удар. И что это дало? Да ни хрена это не дало. Ну типа половину здоровья ему сняло и чего. Yes. О. Чё такое? А, это ловушка была еще. Хитрожопые коварные синты заминировались. Жетон на метро. Хотя, а вдруг? Что ж, блять, протекторон на этой мини не подорвался, а? Пошел бы нахер этот протекторон, блять. Мне кажется, что надо было из него сделать кого-нибудь строителя.
или пожарника. Я думаю, что он не просто так тут был. Сука, из этих сканеров у меня перегруз дикий начался. Они мне вообще нужны? Тихо-тихо. А, это лидер синтов. Даже так. Они еще и лидера себе избрали. Так. Ну-ка нахуй. Должен сказать, сука, пиздёхаться он умеет даже в рукопашку. Паскуда. Короткий, взвинченный институтский карабин. Это супер лут из него такой выпал, что ли? Кинетически укрепленный 10-миллиметровый автоматический пистолет. О, армейская сумка с боеприпасами. Интересно, что делать с этой армейской сумкой? С боеприпасами. Что это такое? Ну, осмотреть. Бред какой-то. Как его заюзать-то? Хлам. Защитные волокна. Да пошли ваши волокна в очко. Может, как-то ее и можно открыть, но я что-то вообще не понял. Вот как это сделать? 10-миллиметровый пистолет 2. Нахер они мне нужны? Восемнадцать дамага. Нахрен. Короткий взвинчатый институтский 24. А просто институтский. А хер его знает. Вес 5.0. Да в жопу. Фуфло какое-то падает тут. И где там была эта мина, интересно? Они не могли их как-то более заметно сделать, что ли? Что здесь делает этот чувак, я не понимаю. Хеймерс. Угу. Вот так это делается. Как бы...
На синтов направить нельзя? Все турели. Ракета. Ну, это для сигнальной ракетницы имеется в виду. Надо, кстати, проверить, может она... О, для гамма-пушки, нихера себе. Я так понимаю, надо вниз. Интересно, а как этот чувак прошел тогда всех этих по всех этих синов? Наверное, он очень хитрожопый. Ага. Упс. А, я уже думал, что это сзади. Опачки, опачки, что случилось? Все-таки классную пушку мне, типа, из братства подогнали. Верстак для создания брони. А что же для создания брони? Ага. Идет бой. А почему нет верстака для создания оружия тогда? А только для апгрейда? Улучшенная карта наведения. Так, ну а теперь-то можно создать броню. А вот теперь можно создать. Понятно, то была станция обслуживания брони, я распизделся. Так, вместительная кожаная броня, легкая броня. О, модифицировать можно комбинезончик, что ли? Да, хуй там плавал. Легкость. Увеличением переносимого, вау, однозначно да. Ну, покрашенный металл — это говно полное, ремонтное. Вот, силовая, модифицировать. Укрепленный. Уменьшение урона конечностям, пластмасса, сталь, клей, болт. Ёб твою мать. Косторез какой-то пластмасса. Ну давай. Понятно. А если вот это, допустим, разобрать? Невозможно. Ну, чё мог, то апгрейднул, в принципе, хер с ним. Тут апгрейды вообще, в принципе, какая-то жесть. Сколько я теперь веса могу носить? О, 290, было 275. Шикардос. О, смотри-ка, он меня узнал. Значит, все правильно.
Сейчас ответишь мясца с одной такой жирной жопы. Ну, жира, конечно, там у него, наверное, немного. Но чё есть, можешь откусить сейчас. Да ёб твою мать. Надеюсь, Келок не торопится. Бритва злак. Шкаф, шкаф, зажигалка. Крышка. Так он там чё, за пультом управления каким-то сидит, что ли? Возле громкоговорителя? Командный центр база. Ну да. Сосед ему не нужен. Их ты. А может он тоже синт? Может это... Бабёнка права? И все тут киборги заполоняют землю. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, figured the Commonwealth would chew you up like jerky. Hostile attacking enemy. By order of the Institute. О, молодец, спетели. Я заметил, что по ним боевым... Только лазерные... Только от лазерных винтовок уроны проходят. Пули им нипочем. Что печально, потому что именно лазерные батареи у меня и заканчиваются. Раз Келок здесь, значит, он подчинил синтов себе. А я думаю, что для этого надо быть одним из них. А что, не открывается, что ли? Железнодорожный гвоздь 21 охереть. Так. Синистер. Ага. А, нет, это уже опасно. Вот так это делается. Я же говорил, что я раньше взламывал так, что у меня ни одного компьютера за всю игру не заклинило. А в этой части что-то вот поначалу как-то, блядь, все, что-то было не то. И чё? Чё, управление дверью-то где? Нету двери, нету управления, что ли? Двойные деньги.
свинцовая закаленная рейдерская броня. Меня бесит этот инвентарь, в который даже название полностью не влезает, но это пиздец какой-то. Сделали игру про крафт, так вот сделать инвентарь-то нормальный, ёпта. Настольная игра ради взрыва. А, пивасика вон и тут. Интересно, зачем эта комната сделана, если там... О! Если там ничего нет. Видел, кто-то предложил сделать голосование в группе, какого спутника, чтобы я взял. Так я еще не всех спутников даже видел, как я должен сделать такое голосование. К тому же я надеюсь, что все поддержат собачку. Собачка незаменимый кореш. Я вообще удивлен, почему его не сделали независимым спутником, потому что... Он же был, пес был в заставке игры. Все думали, что игра будет завязана на главном герое и его собаке. А он просто обычный самый спутник здесь. Что за операции тут делали, интересно? Наверное, по пересадке пола. Келок, наверное, уже женщина. О! Yes. Чётенько. Критический урон при использовании энергетического оружия повышен на 25. Зашибись. Что странно, я не вижу замка на этом ящике. Почему я, блядь, должен его ковырять? Если его даже нарисовать поленились. Синт почуял, что они хавку воруют. Вот сука. О, да ты хитрый. Взять-то. А-а-а. Квантовое ядерколо помогает решать даже нерешаемые задачи. Но она дает очень долгое и очень быстрое лечение постоянное. Ну, увидели, как я с Яугаем в рукопашную дрался. Ух ты, блядь. Аж напугал. Почему и здоровье с экрана пропало, блядь, а? Кто мне скажет? Он, блядь, в самый ответственный момент берет куда-то нахуяк. Зато субтитры появились, типа, да? Крит, сука. Ну, жаль второго-то уже. Отличный выстрел. Лимит точных выстрелов исчерпан, походу, да? Ничего, поскулит да встанет. Я стимуляторами не какаю, к сожалению. It's not too late. Stop. Turn around and leave. You have that option. Not a lot of people can say that. Он сыт, видать, хочет, чтобы я ушел.
О, пароль от базы. Ни хрена там такой лут лежит. Что это такое? А нахрен мне загружать голозапись? В компьютеры можно голозаписи загружать? Интересно как. Подожди, а что, может их покажут тогда? Это же голозапись. Ну-ка. Чушь собачья. Их прослушать можно. Так я и на пип-бое могу их слушать. Скуебула какая-то. Yes. Море полезного. По-моему, я за взломы всяких замков и компов получаю опыта больше, чем за убийство врагов. О, блядь. Толстяк. Автоматический лазерный пистолет. Интересно, а спутника своего можно толстяком вооружить? Спутнику патроны не нужны? Пусть он херачит. Эй. Из ракетницы. Минус толстяка в том, что он весит как просто полная жопа. А, можно хлам в собаку выложить. Толстяк вес 30. Ёбнуться. А что за автоматический лазерный пистолет? О, 18. Круто. Да ёб твою ж, налево-то, смотри, все позакрывали. Шпильки-то какие-то золотые в этой части. Раньше это не заколка, а отмычка это называлось. Или заколка все-таки. Да нахуй. Доели эти говновзломы уже. Ну что, время повидаться с Келобом, что ли? Что это такое? Коробка с сигаретами нахрена. Сейчас, сейчас, Кел, подожди, еще один замок, дело принципа. Разработчики, блядь, взлома не пожалели для этой части. Sweet. О, ядерная батарея, не знаю, нахера нужна. Мои синты тебя не тронут. Я же сказал, что он как-то синтами управляет, потому что он сам, наверное, синт. Короче, в этой части главная интрига — это синты. Компьютеры такие футуристичные. Let's, talk. Ну, давай поговорим. You murdered my wife. Took my son.
Что-то мимика у главного героя, как у Сталлоне. Still, this world, this life, you've seen it. Pain, suffering. Death is its only escape. Don't worry, Sean's fine. Maybe a little older than you expected, huh? But I can't give him to you, because he ain't here. Fuck you, Kellogg. Let him go. Your time's done. Your son is exactly where he belongs. He's home. In the Institute. Они из него синтез сделали, что ли? So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Че он за хуйню? Какую букву, блядь? Дурак, что ли? But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. О. So. You ready? You know. In 100 years, when I finally die, I only hope I go to hell, so I can kill you all over it. Это, блядь. Сука, не та кнопка. Они попёрли в атаку, хорошо. Так, мне надо... Бафут. Квантовую ядерколу, пожалуйста. Мед-Х. И мой... Ах ты, блядь. И мой кастет. Сука, он в стелс-бой вошел. Вот и пиздец. Вот вам мощь ядер колы, господа. А вы говорите, читы на бессмертие. Попробуй. Есть же квантовая ядер кола, зачем бессмертие? То есть, ага, вот он и стал заметен. Кибернетический ингибитор боли. Что это такое? Кибернетический привод конечности. Стимулятор мозга. Ёб твою мать. Костюм Келлога. О. Мощно. Склочная граната. Пароль. Патрон. Пистолет Келлога. 44-го калибра. Вау. Хуя себе. Я такой у Жана Рено видел в фильме «Васаби». Ой, кто это у нас в трусишках? Диктофон. А, я думал включить. Включай себя. Голозапись. И что дает этот журнал? С игрой Touchpad. Так, если я костюм Келлога одену, моя вся броня слетает, да? Но у него зато 30-30, слушайте, а у меня что, наберется у меня 30-30 со всей моей брони, ни хера подобного. Но зато у меня хитроумная вон, плюс к ловкости всякая. Всякая крутость. Останусь-ка при своем, пожалуй. Так, ну и чего тут? Блять, ему удобно, интересно, с круглым монитором жить-то было, блин. А,
Мальчишка Шон успешно доставлен в институт, оплата получена. Новый приказ – выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить, захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Они здесь кого-то, видать, перебили до того, как я пришел, да? Ой, тут прям склад, склад лечения, прям санаторий курортного класса, типа, или как там, шпилька, отвертка, говно всякое. Промышленная масленка, ёпта, нихера себе. Вот оно что, я в самое начало вышел. Странно, чё же я когда шел Келлога не... А, он же встал с боя. Ну так и чё дальше, институт искать? Это надо, наверное, репортершу брать в пачку. Она все насчет этого института парится. Такое ощущение, что этот лифт пытается побороть притяжение, блядь. Крыша? Нихер, да давай. Так. Почему? Ждя, почему? А, вот, открыть дверь. И не надо заходить в подменю. Бред собачий. О, турелей-то здесь сколько было. Кто это говорит-то хоть? О, блядь! Братство Стали? Это Братство Стали? А что он тут делает? Походу зря я к ним не вступил, да? Походу в этой части братство Стали на подъеме. Повторяю, что... О, опять с Дансом поговорить. Походу надо к ним идти. Они жируют. Ладно, но это уже вопрос решаться в следующих сериях. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.